И об этом я всегда говорил, что есть то место, где вас не обманут, потому что здесь смотрят за машинами, смотрят, делают их и продают вам. При этом вы получаете и скидки, и рассрочки, и есть возможность купить машины в кредит. Где мы находимся? Магнитная, 111, Левый берег. Вы думаете, что мы уникальны? Нет. Просто нам показали результат больший, но стоящий больших денег. А мы туда, в кредит и лизинг. К слову, первая часть, возможно, в Best Auto. К слову, машины такие же навороченные, но по цене в 2-3 раза ниже, а может и в 5. То есть можно приобрести машину круче соседа, но дешевле его в цене. И вы даже не думайте, что вопросов нет, мы можем снимать. Вопрос в чем заключается? Вопрос в том, что как бы я один пока. Просто мне необходимо 3 человека, которые будут вести машину, которые будут вести машину за мной, а дальше я снимаю все, от и до, естественно. Но вы не думайте, что придя в Best Auto, мы бы не смогли покатиться на этих автомобилях. Нет, проблем нет. То есть можно было бы показать, где те люди, но их нету. С другой стороны, когда я зашел сюда, я посмотрел все машины от и до. Я просмотрел все машины. И вам скажу, что в принципе здесь есть те машины, которые вы реально можете купить. Нормальные машины, в которые вы не будете вкладываться, вы не будете их перекрашивать, вы не будете лазить куда не нужно, потому что здесь есть специалисты, которые за этим делом все смотрят. Мало того, эти все машины, они различной ценовой категории. Я нахожусь, наверное, у самой дорогой машины, которая стоит 300 примерно. 3 миллиона 300 тысяч рублей. Я думаю, что таких денег у вас нет. Хотя, если эти деньги вы принесете сюда, если вы вообще придете сюда с деньгами, то, во-первых, вам еще и мегаскидки будут местные, потому что вы же принесли денежки. Это очень хорошо. Но если что-то у вас не получилось, да, в любом случае все это здесь и оговаривается. И если что, 10 банков. 10 банков с машины с 2006 года вы можете подняться на второй этаж и оформить. И это все абсолютно просто. То бишь, это не просто рынок. Нет, это лучше, чем в Америке. Там все на улице, здесь под крышей. Да при чем тут Америка? У нас трейдиновские машины стоят на улицах. Но здесь за каждой машиной больший уход. Она полностью проверяется и меняются все изношенные детали. К слову, основа продаж гораздо лучше, чем на рынке. В разы, естественно. Да-да-да. Мы про джипы-то и говорим, естественно. Что касаемо джипы. Джипы тоже не сильно большие. Вот этот называется Renault Duster. Он стоит 1 400 000, но справа от меня. У меня был такой автомобиль. Я его, правда, купил дороже. Но я бы мог сейчас более свежую модификацию купить дешевле. Потому что, ну, прокатился немножко. Свой-то я продал, когда там было 75 тысяч километров пробега. А этот еще дешевле стоит. То есть его можно было бы купить практически даже дешевле, чем 700 тысяч рублей. И я так думаю, что, в принципе, вот вам вариант. Ну, а что же вы хотите? Ну, в смысле, СССР единственная территория, где машин, по сути, не было. И они появились... Все! Мало того, скоро из разряда Европы мы перейдем в Китай, Индию и во все восточные страны, без Японии. Но вы же хотите кататься, на чем катается Америка и Европа? Тогда в Best Auto, не платя безумные деньги дилерам. Ну и чтобы было понятно, да, когда вы заглядываете под капот, то есть есть крутые специалисты, они всегда все это дело убирают, смотрят, и вы увидите новый двигатель. Потому что так часто случается, что не всегда двигатель бывает в новом состоянии. Ну, вы должны понимать. То есть редкий человек заглядывает под капот, тем более, что сейчас такое-то удовольствие. Но вы не думаете, что вас здесь не обман. Потому что обманщики сюда заезжают. Ну, их здесь сразу же проверяют, потому что есть крутые специалисты, которые внимательно смотрят общее состояние, элементы подвески, катаются на машинах, прежде чем они их будут покупать. А вот так здесь относятся к вашим будущим машинам. Хлам, развал, ушатайки. Это либо базар, либо интернет. Я как специалист говорю, найти там удовольствие еще та проблема. В Best Auto на Магнитной 111 таких проблем нет. Так вот, для тех, кто видит мои передачи, чтобы найти достойный внимания автомобиль, лучше заехать сюда. Это же вот такая забавная ситуация, да? Вы хотите себе купить автомобиль.
Но на новые машины денег нету. А так, чтобы не сильно дорого и в лучшем состоянии, не в простом состоянии, не в состоянии ушатанности. Видите, я покупаю машины ушатанные. Я их покупаю, во-первых, они должны быть уникальные для того, чтобы эти машины уже уходят в раритет. Это для меня приятно. Вот, поэтому я их пытаюсь восстанавливать и буду восстанавливать, естественно. А вам, ну, вы такой купить себе вряд ли сможете, потому что, ну, вряд ли вы этим делом будете всю жизнь заниматься. Но машину на 2-3 года, может быть, на 5, может быть, на 7 лет вы можете купить здесь, в Best Auto, на Магнитной 111. При этом, в отличие от товарищей, которые вам предлагают машины разные, здесь машины проверяются, и вы можете взять то, что вы хотите, за свои деньги. Ну, есть еще и кредит. К слову о том, что если вы пришли сюда с деньгами, вы получаете дополнительную скидку.